С 4 по 5 мая в Каспийске проходит открытый парный кубок интеллектуальной игры «Мафия». В нем принимают участие порядка 50 игроков, которые в последующем будут разделены на 25 команд по 2 человека. Перед началом игры участников разместили по разным комнатам для прохождения турнира, где команды должны вычистить «Мафию» и совместными усилиями удалить ее из игры. Приняли участие в турнире представители из Сочи, Тамбова, Краснодара, Осетии, Астрахани, Новороссийска, Нальчика и Дагестана. Впервые в игре также приняли участие студенты каспийских СУЗов. По словам организатора, заместителя управления культуры города Каспийска Набизалова, борются игроки за денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Определяться победитель будет общим количеством заработанных баллов, которыми его оценило профессиональное жюри по итогам 15 игр.